С галереи денег заработал я, пришло мне донатов с Москвы, с Петербурга, с галереи. Мы с Афродитой идем, она распоряжается моими деньгами. С ней мы идем на заработанные деньги, на концерт Брайана Молка в молодости. В 1999-97 годах, когда Брайан Молка был молодым, и его музыка была такая живым, и мы вместе танцуем и поем на его концерте только вдвоем.